Пам-пам-пам. И, ребята, всем привет! Меня зовут Вика, вы на моем канале. И сегодня я снимаю видео под названием «Днюха». Нет, у меня не было ни днюхи, я ее не отмечала. А знаете почему? Потому что она 6 мая. И у меня будет видео как мои подарки, так и, собственно, влог с моей днюхи. Короче, сегодня я бы хотела вам рассказать, как отметить свою днюху, вообще, что попросить. И погнали! Ребята, на протяжении примерно одного месяца я ломала голову, что же попросить на днюху. Просто у меня уже действительно все есть, все камеры, штативы, компьютеры и тому подобная техника. Просто. Я уже решила, что все, iPhone 6, уже с родителями все, родители вроде как были не против. Ну, и говорили иногда, типа, зачем тебе, у тебя есть телефон, которому еще нет года. И до меня это никак не могло дойти. Но вдруг в один момент у меня что-то в голове щелкнуло, и я не захотела iPhone 6, сначала вообще хотела iPad mini. Но, блин, у меня есть и будет iPad Air 1, правда, но все равно. Так вот, и что-то щелкнуло прямо в моей голове, прям вот так. И я перехотела iPhone 6, потому что ну нафиг он мне нужен. Тем более у меня есть куча чехлов для iPhone 5s и смысл. Вот, и как бы все, я решила заказать кучу мелочей. Вернее, это очень приятные мелочи, это гораздо круче iPhone 6, я считаю. Там я заказала уже кучу всего, но об этом я вам не буду рассказывать, что я вообще заказала, так как об этом вы узнаете уже в мае, когда я буду снимать видео, что мне подарили на днюху. Вот, а так, ребят, давайте начнем с того, что, где и как можно провести свою днюху, кого пригласить. Ну, во-первых, приглашайте, я вам советую ваших друзей, подруг, с которыми вы общаетесь больше всего, то есть... Там не сегодня вы общаетесь, а завтра вам лень что-то с ним общаться или с ней. Нет, нужно приглашать того человека, с которым вы общаетесь ежедневно, то есть человека, с которым вы общаетесь круглосуточно, возможно, и человека, с которым вам интересно. То есть я вам не советую приглашать людей, которые вами пользуются или с которыми вы общаетесь редко, вот. Второе, где отметить свою днюху? Я вам советую ее отмечать... не дома. Хотя, если у вас маленькая компашка, то можете отметить и дома, потому что это очень по-домашнему. Вот. Но если же вы приглашаете большую компанию, а большая компания это, как правило, от 8 до 15 человек, то советую вам отмечать в каком-нибудь ресторане, если вам в возрасте от 9 там, до лет, наверное, 15, то советую вам отмечать днюху подвижно. Но если вы уже 100 раз перепробовали все подвижные игры, то есть такие как квест-румы, такие как пейнтболы, то советую вам отметить, как буду отмечать я. Сначала мы пойдем в кино на мультик Angry Birds, это очень удачно, вроде как он для всех возрастов. Но у меня не будет людей там старше 12 лет. Вот. Потом мы пойдем в Макдональдс, и потом уже кто захочет, пойдет гулять. Я приглашаю 10 человек на свою днюху. Дальше, ребята, что же попросить? Вот, и как я уже сказала, заказала много мелочей. Я уже заказала, наверное, половину подарков. Ребята, сейчас, внимание, у меня что-то... И я решила вам ровно сейчас рассказать, что же я все-таки хочу заказать у родителей. Подарок, который я захотела попросить у родителей, это пижамы кенгуруми. Кигуруми, сорян. Второе, это сумочка в виде губок. И подушка-какашка там. Пенал зиппер, он очень крутой. Ну, еще тут целый список. Я не хочу вам вообще показывать его, потому что я хочу вам показать уже, что же все-таки мне подарили уже в мае. Но единственное, что я вам могу сказать, где заказать подарки. Это магазины как AliExpress. Хоть там многие считают, что там можно максимум заказывать чехлы и всякие приятные безделушки, но нет. Там очень много красивых и классных вещичек. Но я не советую вам заказывать одежду или обувь, потому что может не подойти, это будет разочарование. Технику также не советую там заказывать, потому что не поймешь, что там может прийти. Лучше переплатить чуть-чуть, но нормальную технику, которую вы сами купите своими руками, глазами увидите. И что ж, такие магазины, как Digicom, AliExpress,
очень крутой магазин в группе, вернее, даже ВКонтакте, Wild and Free Case. Там у них не только чехлы, короче, вот. Там я заказываю чехлы постоянно. Ну, то есть множество есть магазинчиков. Не расстраивайтесь, если вы не знаете, что хотите. С одной стороны, хорошо, значит, у вас все есть, значит, вы больше ни в чем не нуждаетесь. Но с другой стороны, плохо, что вам даже нечего просить. Вот, я вам советую в таком случае, как я, заказывать всякие приятные маленькие безюшечки, но не просто заказать там с бухты-барахты какую-нибудь ненужную фигню, а реально вещь, которой вы будете пользоваться, то есть реально. В принципе, это все, что я могу вам посоветовать, ребят. Я считаю, что идеально будет отметить днюху в кругу компании с друзьями, это очень круто. Но могу вам сказать одно, ребята, приглашайте только людей, с которыми вы общаетесь реально круто. То есть там не просто скучных там и все такое, а приглашайте людей, с которыми вам реально круто общаться, с которыми вы чувствуете себя раскрепощенными. И да, в общем-то, все, что могу вам посоветовать, ребят. Также хочу поздравить свою подругу Алену Смайл с прошедшей днюхой. И, Ален, я еще раз хочу тебе пожелать всего самого хорошего, чтобы ты добилась много подписчиков, добилась своей жизненной цели, я не знаю. И, ну, чтобы у тебя в жизни все сложилось хорошо. Я болею, кстати, ребят, и, к сожалению, да. Вот. Но мы, короче, хотели с Аленой погулять. Что-то, если что, это видео я не знаю, какого числа выложу. Я без понятия. Но снимаю я его, сейчас подождите, посмотрю. О, 25 марта. Выложу, наверное, его. Я не знаю, когда его выложу. Короче, 25 марта сегодня мы хотели с Аленой погулять. Но так и не погуляли, потому что я заболела. Это ужасно. Скоро я сниму много видео, например, 10 вещей, которые я делаю каждый день. Что делать, когда остался дома один. Да и у меня вообще, в принципе, целый список. Читаю ваши комменты там. Скоро сниму Ask 7. Ребята, прикиньте, я его сняла. Но мое лицо было настолько приближено фигово, что это ужас. И я не могу найти этой записи в группе ВКонтакте, но я уже пересмотрела свое видео, которое я хотела уже начинать монтировать, Ask, и записала себе все вопросы на листочек. Вот. Ну, а я буду с вами прощаться. Я надеюсь, что вам нравится видео такой тематики. И я, наверное, не буду больше вам рассказывать, какие видео я выпущу следующими, то есть не тематическими. Если я буду снимать, буду вас, вернее, предупреждать, там, типа, вопрос-ответ, такое, то я буду вам говорить. И, ребята, не забывайте подписываться на два мои перископа. Ссылочки будут в описании под этим видео. Всем пока! Подскриптум! Ребята, извиняюсь, что выходит мало распаковок посылок. Дело в том, что просто я заказываю, но один чехольчик распаковывать как-то нахочется. Скр-скр-скр-скр-скр-скр-скр-скр-скр. Кстати, ребят, мой любимый исполнитель это Туга. У него очень крутые песни. Рэпер он, короче. Вот. Ну, короче. Сейчас скажу, как он там называется. Короче, моя любимая песня его это Ice Cream Man. Сейчас скажу вам. Тайга! Вот. Вот. Вроде бы. Кстати, ребят, тут по поводу Bean Boozles я снимала распаковку сюрприз-бокса, но случайно ее удалила. Sugar cone seeds, I just took off.